Этот день напоминает нам о том, чтобы мы всегда имели внутренний духовный стержень. Эти слова глава Екатеринбургской митрополии сказал после воскресного богослужения 4-й недели после Пасхи, когда мы вспоминали историю об исцелении Христом расслабленного. О том, как владыка Кирилл посетил один из самых отдаленных монастырей епархии, наш следующий сюжет. Еще в 1896 году в местечке Сарсы Пермской губернии по благословению святителя Феофана Затворника Вышинского архимандритом Зосимой Рашиным был основан женский миссионерский монастырь в честь Боголюбской иконы Божьей Матери. 3 года назад по благословению митрополита Кирилла здесь возобновилась монашеская жизнь, а в светлые пасхальные дни владыка приехал поздравить насельниц и прихожан с воскресением Христовым. Вокруг небольшого деревянного храма, который на сегодняшний день является главным в обители, прошел крестный ход. Пасхальное шествие совершалось при непрерывном трезвоне со светлым ликующим праздничным пением. Соборная молитва совершалась в день, когда мы вспоминаем о том, как апостол Петр вернул к жизни святую праведную Тавифу, а также о том, как произошло исцеление Христом расслабленного у овчей купели. Вот этот вот день, который каждый раз напоминает нам о том, чтобы мы в этой жизни не были расслабленными, чтобы мы в этой жизни всегда имели внутренний стержень. Что такое внутренний стержень? Это наша с вами вера. Веру невозможно убить. Можно делать многое из того, что требует так или иначе сегодняшняя жизнь, но всегда быть верным Богу. Также архипастырь подчеркнул, что испытания в жизни даются каждому, но никогда Бог не оставляет человека без помощи. И поэтому в этой жизни нужно сохранять эту верность Богу, невзирая ни на какие испытания, ни на какие искушения. Ни на какие наши немощи, которые могут нас одолевать. И тогда в нашей жизни появится твердая и радостная вера. Вера в Бога, которая дает нам такую силу, может дать такую силу, благодаря которой мы не будем чувствовать этих веяний со стороны лукавого мира или со стороны немощи от плоти или дьявола находящих. Верующего нельзя сломить, ведь такой человек, по словам владыки Кирилла, обладает огромной силой. И сила эта заключается в единении с Творцом. Перед ним ничтожны страхи и тревоги. И именно этого состояния души и пожелал собравшимся архипастырь.